как он выглядит сбоку. Спереди. И с другого боку. Сейчас попробуем соединить микроскоп с окулярами. Это предохранители, а это ключик. Чудо-ключик. Так. Вытаскивается. Вот так вот. И сейчас будем соединять с вот этой вот. Снимаем защиту. Все вставляется и фиксируется. Так. Теперь вставим окуляры. Сюда мы будем вставлять. Так. Один есть. И второй сейчас тоже вставим. Они никак не фиксируются, просто вставляются. Так. Теперь будем вставлять объективы. Первый объектив у нас. План
4, 0, 13. Пробуем его вставить. С микроскопом я первый раз его сам собираю. До этого я только общался с микроскопом. Студенческие годы. Так, упаковочка выкручивается. Сам объектив. Крышечка тоже выкручивается. И этой частью мы, убрав заглушку, закручиваем микроскоп. Так, один есть. Сейчас второй попробуем. Следующий 10, план 10, 0.30, бесконечность дробь 0.17. Тут заглушку убираем. Так вот выглядит. Второй есть. Третий. Заглушку убираем. Теперь третий план 40, 0.70, бесконечность дробь 0.17. И четвертый объектив. План 100, 1.25, ойл, бесконечность 0.17. Так, объективы поставили. Тут насадка для фото-видеокамеры. Так вот она выглядит. Так, вот это, значит, отверстие для фото-видеокамеры. Сейчас сюда будем вставлять вот эту насадку.
Опять нам понадобится этот ключик для фиксации. Выкручиваем, вставляем и затягиваем. Так, есть контакт. Давайте дальше пойдем. Так, теперь давайте вот здесь разберемся. На столике здесь бумага, мы ее убираем. Так. Убираем фиксатор какой-то. Подключим сейчас сетевой шнур. Вот здесь удобная ручка. За нее берем. И переносим.